Более 28 тысяч учеников младших классов Астрахани начнут получать горячее питание с начала учебного года. На организацию питания выделено более 100 миллионов рублей из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и местного. Выделение средств на организацию питания обсудили на заседании городской думы. Для этого было необходимо внести изменения в бюджет города. Депутаты перераспределили ряд ассигнований в расходной части финансового документа. Из бюджета Астрахани на горячее питание выделили 44 миллиона рублей. Напомню, что сделать горячее питание в начальных классах бесплатным поручил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Особое внимание городские депутаты уделят школьному меню, чтобы ученики питались здоровой пищей. Депутаты собрались на свое заседание для того, чтобы проголосовать. Кстати, единогласно проголосовали. Такое вот единое политическое решение, абсолютно правильное, что дети должны питаться, дети должны быть здоровыми. Сегодня их чуть более 28 тысяч. 63 учебных заведения у нас с 1 сентября начнут кормить.